ओम नमो भगवते भागवते ओम नमो भगवते भागवते ओम नमो भगवते वास्देवाय ओम नमो भगवते Сегодня мы прочитаем стих из Шринанд первая песня, вторая глава, текст 9. Дармасья хи, хи. апаваргасья нардхо, артхо, простите, артха йопакалпате. Нартхасья, дхармайкантасья, камо, лабхая, хи, смритага. Вообще идеально, если вы на слух. Это вообще так сразу учится. А если читать, то действует просто зрительная память, и стих так не остается. Зрительная память самая короткая. Но если пытаться повторить на слух, этот стих остается уже в сознании. Поэтому веды называются Шрути, то есть то, что услышано на слух. <говорит> Дхармасья хья паваргасья. Дхармасья хья Дхар Нардхо Нардхо ну? <рискнули> Понятно. Ну, <рискнули> посматривайте уж, если что.

Нардхася Дхармайкантася Камолабхаяхи Смаритага Пожалуйста. Нардхася Дхармайкантася Камолабхаяхи Пожалуйста. Čia ras. Narthordhajo pakalpatė. Narthasya farmakantasya. Kamo lapaya smiritaha. Kamo lapaya smiritaha. Kharmasyaya pavargasya. Dharmasyaya pavargasya. Нартхордха йобакалпате. Нартхордха йобакалпате. Нартхасяд хармай кантасья. Нармасяд. Нарт. Еще раз, еще раз. Нартхасяд хармай кантасья. Нартхасяд хармай кантасья.

Нардхасья Дхармайкантасья, Камолабхая Хисмритаха. Куда же лучше, чем Карлу Клары украл кораллы, правда ведь? Лучше такой ведь. в пятой песне там основном проза, поэтому просто, просто с выражением. И все, там никакого После ритма нет. обычным, каким хочется. Итак, пословный перевод: дхармасья Дхарма предписанные, предписанные обязанности, хи, хи. безусловно, безусловно. апаваргасья окончательное освобождение. окончательное освобождение, на, на. не, не. артага цель. Артхая для материальной выгоды. выгоды. упакалпате предназначены, предназначены. На. на ни. Артхасья, Артхасья материальной выгоды. Материальной выгоды. Дхарма, -эка Дхарма эка антасья тем, кто занят высшим служением. Тем, кто занят высшим служением. Камаха удовлетворение чувств. Удовлетворение чувств. Лабхая. Лабхая. Для, достижения. для достижения. Хи, Хи. Точно. точно. Смритага, Смритага. Смритага. поведана великими, великими мудрецами. Перевод. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Комментарий Шилпрупады. Мы уже говорили – что чистое преданное служение Господу естественным образом приводит к совершенному знанию и отречению от материального бытия. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в том числе и религиозной, ⁇ достижение материальной выгоды. Обыкновенный человек, в какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды, и большинство прельщаются именно этими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекают материальные выгоды? Потому что она позволяет им осуществлять их желания. А это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека к чувственным удовольствиям. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую, в свою очередь, осуществлять желание. Удовлетворение чувств ⁇ основное занятие постоянно занятых людей всех типов. Но в данной шлоке следует... Но в данной шлоке, следуя утверждению Шримад Бхагаватам, Сута отвергает это. Человеку не следует заниматься каким бы то ни было предписанным служением только ради материальной выгоды. Более того, материальную выгоду нельзя использовать для удовлетворения чувств. Как нужно ее использовать, объясняется в следующем стихе. Умагьяна Тимиранда Сья, Шалакая, Чакшурн Литам Яната Смай Шри Гуравей Намага, Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталеши Матэй бхактивиданта Веданта Свамины Тинамины, Намасте Сарасвати Дэйве Гауравани Прачарины, Нирвишеши Шунни Вадипа Штятья जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनिचानन्द श्रीयाद्वैतगदाधर्षवस्सजगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोऽर्थयपकौपते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो बभाय हि स्मृतः Выполнение любой предписанной деятельности не преследует Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ее ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Шилусута с Госвами, объясняя науку преданного служения, и упомянув, в частности, Васудеви Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитага Джанаятья Шивайрагям Гьянам Чаяда Хайтукам что тот, кто занимается преданным служением Кришне, в нем автоматически, естественным образом развиваются еще два сопутствующих полезных, ценных вещи. Это Вайрагия, отречение, и Гьяна, трансцендентное знание. И человек может даже вдохновиться самой идеей, что оказывается, здесь есть много полезных бонусов вот, в преданном служении. И да, когда вот нам что-то предлагаются предложить, продать, вдохновить на подписку чего-то, полезные бонусы всегда убеждают сильнее, да, чем просто сам продукт. Просто сам факт, что что-то мне еще достанется сверху. То-то, то-то и это в придачу. Вот. Поэтому. И такое отношение может возникнуть по отношению к преданному служению или вообще к религиозной деятельности. Религиозная деятельность, мы имеем в виду дхарму. Дхарма означает выполнение предписанной обязанности. Дхарма, Шилапрапада часто объяснял, что это такое, что это за слово, указывая, что в современных словарях Сан санскрит на английский, ну и на прочие языки. Слово дхарма часто переводится либо как религия, либо какое-то вот, выполнение ритуалов и так далее. Но, несомненно, это также имеет это значение, но самое главное значение дхарма – это деятельность или свойство, которое естественным образом присуще данному объекту или субъекту как, например, дхарма сахара — это быть сладким. Если он не сладкий, то это уже просто обман какой-то, пусть даже выглядит как сахар. Дхарма соли — быть соленый. И также дхарма живого существа, вечного живого существа. Мамай вам шоджи бута поскольку она является неотъемлемой частичкой Кришны, она является вечным слугом Господа. Дживира саропа хая кришнера нитя даса. И вот этом, в этом состоит его вечная дхарма, санатана дхарма. Именно этой дхарме Господь является, чтобы научить всех живых существ. И Он предлагает им отказаться от всех других видов дхарм, которые связаны с поддержанием грубого, тонкого тела и их сочетаний. Вот. Потому что все остальные дхармы так или иначе связаны с временным существованием живого существа в данном теле. Вот. И а, выполняя их, человек получает определенные блага. Вот. Эти, этот механизм того, как приучить человека а, выполнять дхарму, связанную с материальным телом, дхарму, определенные предписанные обязанности в рамках варнашимы, помогают человеку развивать в себе сознание, что мне необходимо принимать высший авторитет, высший свод законов и предписанной деятельности, которые не я сам решаю, а уже для моего же блага исходит свыше. Вот. И такая дхарма, она может проявляться в рамках варн, ашрамов, есть стридхарма, есть та, другая, третья дхарма. И все они являются, несомненно, важными, поскольку позволяют человеку очищать свое сознание. выполнение предписанной деятельности очищает сознание человека. Об этом говорится в Бхагавадгите. Сейчас я найду этот стих. Секундочку где... Ладно, чуть-чуть позже. И, и, и... По -по Походу не могу вспомнить, я его могу добавить в комментарии под постом да, ВКонтакте. То есть выполнение своих предписанных обязанностей дарует человеку развитие знания. Вот это является самым важным плодом дхармы. Благодаря чему человек достигает освобождения. И таким образом вот эта цепочка дхарма, артха, кама и мокша преследует вот эту цель, чтобы человек избавлялся от невежества, развивал трансцендентные знания и на основе уже этого трансцендентного знания серьезно стремился бы освободиться из материального существования. Но Просто так сделать цепочку Дхарма Мокша не всех привлечет. Фактически мало кого привлечет. Ну просто работай, и потом как сказать, ты уйдешь отсюда. И у него возникает вопрос: а, собственно, чего ради я тогда работал? Что, негр, что ли, да? Вот, хотя негры сейчас наоборот не работают в Америке, той же самой. Вот. И его очень сильно интересует то, что он лично от этого получит. То есть, если я что-то делаю, но ну не просто же так, тем более наученный горьким опытом в материальном мире, эксплуатации и так далее, живущий очень избирательно, очень осторожно относится, чтобы лишний раз не перетрудиться, не дай бог ради кого-то, и чтобы мне от этого тем более благо не принесет. Вот. Но сама вот эта заинтересованность человека, действовать таким образом, чтобы получить обязательно от этого плоды, само одно настроение уже оскверняет человека. Просто желая получить плоды, пусть даже ты еще не начал делать, и, собственно, и не получил поэтому плодов, но само настроение уже обуславлено живое существо торчать здесь в материальном мире. Вот само это настроение. Поэтому Кришна дает многочисленные наставления в Бхагавадгите, кармани ма кармани. Вторая глава Бхагавадгиты. Он говорит, у тебя твой адхикар, то, что ты имеешь право делать, это выполнять свою предписанную деятельность, карму. Вот, соответственно, для Арджуны его кармой было выполнять обязанности к шатре. Но кадачина, но плоды сразу знаешь, что тебе не принадлежат. Иными словами, они могут прийти, а могут и не прийти, ну, потому что ты выполнил свою дхарму, и к этой дхарме не обязательно привязаны плоды, вот прямо вот, которые ты ожидаешь, ты их наметил себе. Они тебе не принадлежат и с точки зрения татвы. Почему? Потому что бог Тарам, Ягья, Тапасам, Кришна является тем, кто наслаждается вот этими жертвоприношениями, топаси и прочими выполнениями видами предписанной деятельности. Это вообще-то для его удовлетворения, чтобы он стал более благоволил бы нас и помог бы нам выбраться из материального плена. То есть все это предназначено для того, чтобы он оценивал и он решал, нравится это, не нравится, и следует ли вот за такое усилие чем-то восполнить человека. Но это, как сказать, не то, что... Эта деятельность не на нас направлена, выполнение предписанной обязанности. Она направлена только в том случае, что помогает нам очищаться, но, но не наслаждаться тем плодами, которые приходят. Но все так устроено в материальном мире, и это очень вводит в иллюзию живое что любая деятельность нетрансцендентная обязательно приносит плоды. И тут же живое существо, выполняя эту деятельность и видя следующие плоды, начинает думать, ну так вот оказывается, цепочка-то такая. Я буду выполнять деятельность, и, чтобы получить плоды. И кто наслаждаться должен? Я сам. Вот. Макарма Макарма ты не имеешь права наслаждаться плодами эти, добавляет Кришна. И тогда же вот что может думать, ну, раз не я наслаждаюсь, может, и не буду эту предписанную деятельность выполнять. Чего ради Это Просто пустая трата времени. Мне не гарантированы эти плоды. И я еще, если вдруг придут, мне заявляют, что не имею права ими наслаждаться. Но Кришна предвосхищая такое настроение, типа, тогда я не буду выполнять предписанную обязанность, нафиг она нужна. Амате сангоства кармане. Но ты не имеешь права отказываться от выполнения своей предписанной деятельности. Ты не только можешь, но и должен ее выполнять. Потому что невыполнение предписанной бездности – это тоже своего рода карма. Как вот эта цепочка карма, викарма, а карма. Так вот, отказ от деятельности тоже приносит результаты. Это своего рода греховный поступок. Отказ от следования, предположим, дхарме кшатре. Кшатриев наказывают за это, за деградацией в адское существование. Невыполнение предписанного долга и так далее. Вот. Даже вот в современных законах да, не оказание помощи уголовно наказуемо. То есть ты прошел и не, не трогал там, ничего не сделал, просто мимо прошел, но не сделал, что от тебя вообще-то ожидается. Не оказание помощи уголовно наказуемо. Вот. Иначе не надо тут ходить где тут лежит беспомощный человек. А раз уж прошел, ты обязан что-то сделать. Ну а предугадать, что вот где мне ходить, где не ходить, мы не можем. Поэтому, если уж увидели, мы обязаны оказать помощь вот такую морально-социальную, что ожидается от порядочного гражданина. И тем более, та же самая логика применима в свете деятельности живого существа в рамках выполнение своей предписанной деятельности в Арнашематарме. Человек не может избежать, не имеет права избегать своей деятельности, он обязан ее выполнять. Но выполняя, он должен научиться просто не привязываться к тому, что придут в ней плоды или не придут. И это очень больная тема, потому что, как описывает сегодняшний стих, живое существо очень сильно настроена на то, чтобы обязательно получать а, вот эти а, материальную выгоду. Материальную выгоду, выгоду, то есть артха. Само слово артха на санскрите, на санскрите буквально переводится для ради. То есть для ради или чего? То есть какой-то цели, какой-то результат. Я делаю что-то для того, чтобы получить вот это. Это означает артха. Вот это и означает материальное обогащение, какие-то плоды, результаты и так далее. Вот. И Шилгрупады отмечают, что есть люди, которые считают, и вообще это не только есть люди. Иногда, как говорится, есть люди, это означает, ну, есть такая узкая категория людей, у них там такое мнение. На самом деле это подавляющее, фактически все 100% количество людей. Только изредка люди очень квалифицированные, духовные, возвышенные, которые не стремятся к плодам своей деятельности, но... Есть люди, которые считают цель всякой деятельности, в том числе религиозной, достижением материальной выгоды. Даже религиозной деятельности они занимаются ради материальной выгоды, как минимум, ради того, чтобы сбросить с себя груз кармы. То есть они ходят в церковь, Шилпада описывает вот этот классический вариант, всю неделю грешат, в субботу приходят на исповедь, исповедуются в надежде, что им искупят грехи. И они с облегчением идут, чтобы вступить в следующую неделю и опять грешить, заниматься чушью. То есть для них религия – это, по сути дела, с отрицательной стороны избавление от материальных проблем. То есть это для них самих им хочется покаяться и жить хорошо. Вообще в этом смысле те формы, которые принимают современное христианство в руках таких недобросовестных людей становится все больше и больше прибежища откровенно мошенников и негодяев, подлецов, которые просто, ну ничего, как один преступник сказал. Раньше я просил у Бога велосипед, но он мне так и не посылал. И тогда я украл велосипед, и потом обратился к Богу, просто покаялся за содеянное. То есть так просто. Сделать самому, что я хочу, и потом замолить грешок. Вот. вот для этого мне нужен, нужна религия, чтобы, ну страдать-то я не хочу от грехов, поэтому вспоминаю религию тогда, когда мне плохо. Когда мне что-то нужно, иду, там свечку ставлю, вымаливаю. Есть даже вербное воскресенье, да, или прощенное воскресенье, когда все друг друга извиняются, ты уж проси, прости кум, что вот так-то и то-то, что вот я с твоей женой переспал, вот, и он обязан простить. Хотя это травма на всю жизнь, допустим, или еще какие-нибудь там вещи. И они считают, что это, вот, как сказать, такой ритуал их освободит от э, вот этого груза греха, за который вообще-то отправляются в ад и подробно в пятой песне описывается, что там происходит. Вот. Нежела... Таким образом, люди обращаются к дхарме, какой-то рекомендованной деятельности, для того, чтобы просто почиститься чуть-чуть чуть-чуть отряхнуться от этого груза а, кармы. Вот. В том числе они обращаются и к религиозной деятельности. Несомненно, а, об этом отмечает Кришна в Агавадгите, а, перечисляя четыре типа праведных людей. Чатур видха джанах сукрити арто джигьясур гьянича бхаратаршапа. Среди них те, которые страдают. Вот, и они обращаются к Господу а, для того, чтобы избавиться от страданий. Но, во-первых, Кришна объясняет, что это сукритина. Сукритина – это благочестивые люди, и все очари, как один, шилрупада, потом Баладеу увидебушина, ишуна, Краварти Здесь а, они объясняют в этом стихе, 7.16, вот эти сукритина, вот эти четыре типа людей, означают, что они обращают, что они принадлежат системе варнашимы. Вот из варнавшими, возможно, выходцы э, вот этих четырех категорий, которые естественным образом потянутся к Богу и возьмутся за предное служение. И причем так возьмутся, что э, они не будут использовать Бога как регулярную мочалку или ершик для унитаза, чтобы очиститься, так сказать, вот этой текущей грязи, потом отложить куда-нибудь в сторону, там, за унитаз, чтобы его не видно было, и опять, так сказать, заниматься своим грязными делами, а потом опять эту грязь чистить. Вот. Человек должен быть сукритина. Сукритина – это означает благочестивый. Есть душ критина, который придумывает, как бы сделать такую деятельность, использовать весь свой разум, чтобы хитро и незаметно совершить какой-то грех. Люди там придумают целые схемы, как грабить банки, как там разводить на разные пирамиды, как там разные экономические махинации. Все это требует большого разума, но это называется душ критина. Разум, использованный на то, чтобы продуманно совершить какой-то грех или плохой поступок. Но сукритина, они применяют свой разум, как оставаться благочестивыми. Вот это сукритина. Как оставаться? Что я должен сделать, чтобы сохранять свое благочестие и с самого начала не запятнать себя грехом? Вот о таких людях здесь идет речь в этом стихе. И они, среди них есть те, которые страдают. Но поскольку они сукритины, они благочестивые, они ответственно понимают, что если я обращаюсь к Господу, то от меня ожидается, ну, не вдарить лицом в грязь. Я должен уже соответствовать. Мне помогли, и я не имею права просто вот, ну ладно, спасибо, пошел я дальше купаться в грязи. Человек сукритина, он думает, как бы мне организовать свою жизнь так, чтобы избегать греха. Поэтому то, что такой человек обратился за помощью к Господу, чтобы избавиться от страданий, вовсе не является чем-то таким вот похожим, о чем мы сегодня обсуждаем. Это очень благочестивая личность. Но большинство людей обращаются к любой деятельности, берутся за любую деятельность, благочестивые или даже религиозные, держа в уме обязательно какую-то выгоду. Что вот как бы мне это на пользу помогло. Даже вот пожертвования. Люди привлекаются частенько не самим актом проявить свою такую доброту сердца, протянуть руку страждущему, да, человечность, такую доброту, а потому что так, если я пожертвую это деньги, то они налогом не облагаются. И поэтому можно вот так вот подставить таким образом, и даже на основе своего бизнеса организовать благотворительную деятельность, и покупать все как бы... Внешне для нужд благотворительности, но на самом деле все это используется для бизнеса, и поэтому траты на бизнес становятся меньше, и соответственно оставшаяся прибыль можно больше поделить. Вот такая незатейливая схема. Вот. Все вот эти благотворительности становятся откровенным бесстыжим прикрытием. И вовсе это руководствуется человек не для того, чтобы протянуть руку помощи, ну, просто по-человечески, вот как вот люди э, обусловленные по-российски, по-христиански э, у них принято, да, вот это настроение развивается, сострадание, помощь и так далее. То есть чем привлекают людей вот это направление, ну, даже здесь они не могут удержаться, все равно из сердца вытекает вот это желание, обязательно себе на пользу, чтобы это было, обязательно. Просто чисто-сердечно пожертвовать и успокоиться, все это пусть принадлежит ему, мне Господь еще пошлет, мало кто может. Вот, чупада говорит, много людей, даже религиозной деятельностью так занимаются. И более того, сбивает с толку тот факт, что ладно, человек на эмоциях, просто в невежестве, по привычке, я хочу получить какой-то результат, потому что всю жизнь меня так учили, я уже привык сильно. Но когда он узнает что-то, начинает читать священные писания, веды, и он может получить даже извет, подтверждение, что на самом деле и веды рекомендуют. Смотрите, вот какая замануха. Вот будешь выполнять такой-то и такой-то и кадыши, в частности, в Брамавайварта Пуране, аж сам Кришна Юдыштаре объясняет. Да? Будешь следовать такое кадыши, ты там получишь такие-то богатства, или там будешь царем здесь, или там столько-то лет на райских планетах. Вообще замануха заманушная. Но все это, как Кришна объясняет во второй главе Бхагавадгиты, «Ям мампу шпитам баачам праваданти авипаш читага, ведава даратах парта на не достите вадинага». Он объясняет, что вот это просто цветистый язык вед. Цветистый язык вед, чтобы привлечь глупцов к ведам. Вот просто потому, что они теперь начинают ведические предписания выполнять, вот это выполнение начинает их попутно также очищать. К сожалению, это долгий процесс, очень долгий. И, может быть, он подходил для предыдущих эпох, когда люди дольше жили, они, в принципе, за это долгое время... Медленно так двигаюсь, успевали чуть-чуть очиститься, но сейчас для коллеги это вообще не подходит. Романан Рай предложил Господу Читании несколько вариантов, что такое совершенство жизни. И тот говорит, нет, нет, это не подходит. Вот эти Гокара, как мы обсуждали недавно, они это не для них, они не оценят это. Они точно какую-то ерунду из этого сделают. Вот что является самым главным. Поэтому вот такое вот выполнение предписанной обязанности «Варнашима чаравата пурушена парах пуман» Падма Пурана говорит, не, Вишну Пурана говорит. «Пурушена парах пуман» – выполнение предписанных обязанностей «Варнашимы» является средством для того, чтобы удовлетворить верховную личность Господа. Прямым текстом выполнение «Варнашима удовлетворяет верховного Господа». «Чем мне преданное служение?» вот. На не его один нога. И, э, как сказать, нет нового пути. Там прямо так даже написано. Но следует понимать, что выполнение материальной дхармы ⁇ это, знаете, вот как послушный, э, послушный э, заключенный в тюрьме. Он хорошо себя ведет, всему следует, все распорядок, ничего не, не нарушает. И э, тюремщики, соответственно, э, начальник тюрьмы и вообще судебная исполнительная система уже принимает это к сведению, и оно становится довольно хорошим поведением, и глядишь, под, под амнистию человек попадет. Но это вовсе не означает, что он удовлетворил правительство именно так, как вообще обычный порядочный человек мог бы удовлетворить, находясь вне тюрьмы, занимаясь положительной и хорошей деятельностью. Находясь в тюрьме, там не так много чего можно сделать хорошего, потому что место такое не очень хорошее. Точно так же, пытаясь выполнять обязанности, касающиеся материального мира, это, несомненно, удовлетворяет Кришну просто по факту, ну вот, наконец, это живое существо, обусловленное, привязанное, но, по крайней мере, начинает меня слушаться. Это как отца, дети, сыновья, становящиеся все более и более послушными, начинают удовлетворять, вот по крайней мере меня слушают. Выполняют, что я их просу, прошу сделать, прибраться, подмести там, сделать уроки. Но от делания уроков самому отцу лично никакой пользы нет. Он просто вот просит, для вашего блага это делайте, они делают это для своего блага. Но просто потому, сам факт, что они его слушают, это удовлетворяет отца другое дело, если бы отец сын уже сформировавшийся, выросший, созревший, имеющий возможности что-то вот сделать именно лично для отца, сделать ему какой-то подарок, помочь в чем-то лично в его нуждах, в его интересах, это уже другой тип счастья. Это уже касается лично его самого. Вот те уроки, которые он сделал послушно, его самого отца не касались. Это ему от этого не холодно, не жарко, строго говоря. Но это помогает самому человеку. Но ну, просто потому что сам факт, я сказал, меня послушались, а вот это удовлетворяет отца. Но точно так же вот такое выполнение предписанной дхармы Варнаша Мачаравата Порошена парахмуман» она Порошена удовлетворяет Пуруша Верховного Господа. Но не настолько, чтобы засчитывать это как преданное служение. Поэтому Господь читание пропускал, что это не совсем то. Я хочу услышать то, что настоящее. И а, вот есть много таких предписаний в ведах. И как мы сказали, ссылаясь на этот стих, «Ям и мам пушпитам вачам». «Пушпитам вачам» – цветистый язык вед. Они так много всего описывают. Но как а, а, комментирует Баладевы Дебушина, вот эти цветы являются ядовитыми. Они привлекают, но если за них схватиться, они наполнены ядовитым соком, это точно принесет вред человеку. Поэтому здесь нужно обладать все-таки знанием. Вот веды не предназначен для того, чтобы я их использовал так, как мне нравится, с таким же сознанием, как я жил до этого. Вот я жил просто как грубый материалист, как животное. Да? Как животное ел, примитивно занимался сексом, защищался там. А вот в ведах написано, как это вот цивилизованные люди делают. И дай-ка я вот именно эти части почитаю. Как теперь не как животное, а как вот прям уж по вот самой известной сутре, которая более известна, чем веданта сутра. Вот как согласно этой сутре там, заниматься сексом, прямо так вот прямо из, изыскано. Но не для этого веды-то предназначены. Вот в этом цветистый язык вед. Она да, да, даже рекомендует человеку а, выполнять деятельности и с обещаниями, что ты там. Вот Баладева Дебушина прям буквально цитаты приводят, что мы вкусили э, сома расы, и теперь будем жить вечно. Буквально, вечно. Но ну, разве можно жить вечно в материальном мире? Ну, как с точки зрения, как вечно обусловленное живое существо, в, принципе это да, можно, но именно вот в этом положении вечно не получится. Это противоречит базовым основам философии. Поэтому здесь заложен явный обман. Вот в этой в яджурведе, вот в этой, э, в этой мантре. И так далее. Это лишь несколько примеров. Поэтому тот факт, что даже в ведах сказано, это вовсе не означает, что этому они и учат. Материалист, материалисты сбивают столько то, что таких наставлений там большинство. Карма Канда это огромное количество разных э, предписаний. Вот а гианаканда еще меньше, да, и упасанаканда еще меньше. Вот и поэтому человек на основе того, что ну чего больше, то и важнее, то, знаете, вот как какого цвета в палитре при смешении красок больше. Вот женщины вот, не обладают свойствами называть разные оттенки разными именами, а для мужиков ну синий синий, да? зеленый и зеленый. Там не, не, то, что вот это, вот, там, сказать, он салатный, может быть, там, или какой-нибудь там еще, там, синий это индиго, голубой, там, бирюзовый какой-нибудь, все есть оттенки, а мы там, ну, синий и синий, да, и вот, потому что синего цвета там больше, в конце концов, поэтому, в общем, это синий. Вот. И в такие, с таким же подходом, глядя на количество наставлений в ведах, живот что видит, если больше всего рекомендуется, тянуться к плодам, то вот, значит, это и есть самая главная суть всех Вед, значит, вот это самое главное. А это чуть-чуть вкрапление там какого-то бхакти, какой-то там Кришна что-то там мимолетно что-то рассказал, это несерьезно. Вот, так и а, рассуждают вот эти последователи, веда -вадараты, которые изучают веды а, ради вот так, того, чтобы выбирать такие плоды себе. Вот. И почему же Шалхрупады объясняют в сегодняшней стихе, почему вообще людей привлекает такая материальная выгода. Вот, почему именно на это у них включается внимание, а вот внимание на наставление Господа, где он просит отказаться от всего этого, на страницах Богородицы, что-то не сильно реагирует. Ну или в нашей частной жизни. Вот, сделают объявление, давайте в воскресенье соберходите все, такой-то приезжает человек, будет устраиваться Яги Лакшми Пуджа. И куча людей приходят вообще, куча людей, все подписываются, даже вот можно принять участие за такое-то рекомендованное пожертвование, вот, и вы можете там вот а, прийти и своих родственников, друзей привести, и там, так сказать, Лакшми Пуджа, ну, значит, материально на намек такой, что вам принесет благо. Или а, другой призыв, Давайте соберемся, почитаем о Господе или попоем Хари Кришну. Какие-то люди, конечно же, искренне придут, но отзыв, отклик чаще всего будет меньше, статистически реже. Вот это будет откликаться в сознании людей. Все потому, что они заточены на вот это вот желание получать материальную выгоду. Вот. И еще вот под... объясняет, почему людей привлекают так называемых религиозных людей. Он использует слово так называемых, привлекает материальную выгоду, потому что эта материальная выгода, артха за ним следует Кама. Она позволяет удовлетворять свои желания. То есть человек, получив материальную выгоду, сразу понимает, а, я получил из-за своей деятельности, я делал, я получил, значит, мое. Он не понимает принципа я Гердхат Карманониатра, Локо Ям Карма Банданага тадартхам карма каунтея, мукта сангах самачара. Любая деятельность необходимо совершать как жертвоприношение Вишну. Жертвоприношение это значит, она должна быть направлена на его удовлетворение. И то, что в процессе плоды приходят, это ему и принадлежат, раз для его удовлетворения. А я просто как пришел подействовать как инструмент. Выполнил деятельность как инструмент и пошел во освояси, Вот так вот образно говоря. А вот эти плоды вообще-то предназначены для Господа. И только тогда человеку можно будет быть свободным от запутанности в последствиях кармы. Если он сам нет, это мое, тогда он несет на себе этот груз и из-за этого торчит в материальном мире с сопутствующими всеми радостями, так называемыми и страданиями и необходимостью получать новые и новые тела. Поэтому э, вот это вот настроение обязательно получить каму по этой цепочке и привлекает людей вот к этой мирской дхарме. Поэтому очень много людей э, привлекаются именно таким посланием ⁇ Счастливая семейная жизнь ⁇ потому что это дарует мне удовлетворение чувств, чтобы в, моей, в семье было все хорошо. Тогда вот я буду ходить, я буду там вот э, мужу кланяться. Я буду там, так сказать, стопы массировать. Там даже видео было такое, что там было задание. Девушка ходила по улице и там что-то там незнакомым мужчинам то ли ботинки чистила, то ли еще что-то. Просто вот так вот, чтобы воспитать в себе такое вот а, сознание зависимости и подчинения, так сказать, перед мужчиной. Вот. А ей движет именно то, что ей хочется, чтобы у меня была а, счастливая семейная жизнь, чтобы было все хорошо, я была счастлива, муж меня любил, чтобы мне достал, достался нужный мужчина. Мне доста, достаются сейчас не те мужчины, потому что я еще не квалифицирована. Вот, как вот один проповедник, вы привлекаете к себе просто соответствующих людей, потому что вы сами не изменились, вы плохие. Вот как изменитесь, вот тогда к вам потянутся совершенно другие люди. То есть проповедует чисто с голой платформой вот такой кармы, кармаканды, вообще без И при этом человек уверен, что он проповедник или даже какой-то там, какой-никакой духовный лидер. Но выполнение всего этого является просто распознать свои определенные наклонности и вообще мое положение, в частности, если речь о той девушке, то, во-первых, узнаем из шастры, из смотрите что женщины должны находиться постоянно под опекой. И, соответственно, в этом возрасте ей нужно быть замужем. Поэтому, выполняя эту дхарму, оказавшись в этом правильном положении, человек не совершает греха. Он правильное положение занимает. И в этом правильном положении, свободным от необходимости, от, от, отбрасывать от себя последствия греха, которые бы э, начали приходить мне из-за того, что я неестественное положение занимаю, не тратя время уже на это, человек может сосредоточиться, по крайней мере, ему дается возможность сосредоточиться на самом главном, преданном служении. Вот. Но поскольку преданное служение тут и не стоит даже никаким образом, люди в первую очередь интересуются, чтобы мне было хорошо. Вегетарианство хорошо, потому что это полезно мне, это меня будет чистить. Там это, как сказать, мне здоровье будет лучше. Вот поэтому вегетарианство мне заходит. Поэтому вот э, на основе вегетарианства, так как сказать, много людей привлекаются. Потому что это им интересно. А вот идея того, что э, вы являетесь слугами Господа, их что-то не сильно интересует. Но дело в том, что э, сама по себе проповедь неизбежно будет касаться этого вопроса счастья, удовлетворения. Потому что этого вопроса по татве не избежать. Согласно татве, живое существо является сад-читанандой. И вот этот третий аспект ананды, испытывать, естественным образом находиться в состоянии ананды, этого не избежать вопроса. Это просто органическое состояние живого существа. Поэтому... Искать счастье, искать наслаждение не возбраняется в преданном служении. Вопрос только, где искать правильным образом счастье, где оно есть и где его точно не найдешь, где просто будешь потратишь напрасно свое время. Вот. И э, наука сознания Кришны объясняет же умущество, что искать счастье нужно за рамками материального мира. А здесь ты можешь начать испытывать это счастье, покуда. Займешь, будешь занимать такое положение, которое не будет тебя стягивать в вовлеченность в материальную деятельность, которая ну, только будет приносить в конце концов страдания или как минимум отвлекать тебя от духовной деятельности. Но поэтому если займешь такое положение в соответствии с своей природой и освободившееся время силы, и, так сказать, психологическую энергию направлять на то, чтобы служить Верховному Господу, то автоматически ты будешь удовлетворен. Какая формула удовлетворения вспоминается? Как правильно удовлетворять? Нет, как правильно достигать счастья или удовлетворения? По какой научной формуле мы достигаем удовлетворения в связи с Господом? Полевая корень дерева. Ну в чем? Ядхатарурмула нишечаны на трипьянти тацканда буджо пашакага. Пранопахарач чет хендрианам татхайва сарвархана мачютеджия. Полевая корень дерева мы автоматически насыщаемся его отдельной частью. То есть таким образом удовлетворение придет обязательно, просто мы должны научиться, как это делать. И движение сознания Кришны учит этому людей. Вы до этого привыкли, мне нужно быть счастливым, и себе я беру. Вот такой подход ненаучный, у вас ничего не получится. Нужно тоже в таком же положении, мне нужно удовлетвориться, я отдаю. И только таким образом это придет мне. То есть я отдаю корню. И тогда от него уже это придет мне. Если я буду непосредственно кормить отдельный листик, или как в случае с аналогием с телом, буду отдельно пытаться кормить руку, не помещая пищу в желудок, то ничего не получится. Если я рука, я пытаюсь себя удовлетворять, ничего не получится. Мне нужно отдать пищу, поместив ее в желудок, и тогда автоматически все придет. Вот этой науке необходимо человеку учить и просто научить, как быть правильно счастливым. Но находясь в материальной энергии, соприкасаясь с вынужденной заниматься кармической деятельностью, это то, на что вдохновляет материальный мир. А видя карма самгианя трития шактиры Вот эта низшая энергия, материальная энергия, она действует так, что она вводит во видео живое существо, и карма сам гения вдохновляет живое существо заниматься кармической деятельностью. Вот, поэтому этого не избежать. Если просто так вот расслабиться и плыть по течению, мы обязательно в итоге окажемся желающими совершать какую-то деятельность, чтобы получать плоды. Вот. Поэтому, раз это является естественной склонностью, с этим нужно что-то делать. И в первую очередь необходимо осознать, что дхарма не предназначена для артхи. Выполнение предписанной деятельности не ставит свою целью то, чтобы получить от этого какую-то материальную выгоду. При этом выполнение дхармы все равно принесет материальную выгоду. Вот просто так механизм здесь в материальном мире устроен, что если я выполняю какую-то деятельность, тем более предписанную религиозную деятельность, который уже несет в себе заряд а, трансцендентного могущества, поскольку исходит уже как указание Верховного Господа через шастры, это обязательно будет приносить результаты. Выполнение дхармы благочестивого мужа, а, стрит хармы выполнение дхармы брамана, кшатри, это будет приносить плоды. Но человеку нужно не стремиться к этим плодам и просто выполнять из чувства долга. Не би... Ой, а принесет это, не принесет. Принесет, но ты не переживай. Как только ты начнешь переживать, все сразу, все вверх тамашками полетело. Переживать означает, а получу ли я что-то от этого. То, о чем ты должен думать, это, во-первых, осознать, что ты не на том месте находишься. Ты находишься в материальном мире, а должен быть вообще в духовном мире. Поэтому твои цели должны быть мокша побыстрее выбраться, а не то, что вот пытаться в этом раскаленном месте, пытаться как-то вот обустроиться, да, к, к, картинки повесить, там везде пожар, а я там вот цветочки расставляю, там картины вешаю, эти балдахины, ну полная глупость. Вот примерно в таком же положении находится живое существо. Оно должно в первую очередь думать о том, что мне выбраться из этого материального мира нужно. И а, начало для меня это понять, кто я такой здесь в материальном мире, и чтобы не осложнять свое материальное положение, выполнять предписанные обязанности для, этой, для этого тела. Вот как для какого-то агрегата дается инструкция по эксплуатации. И чтобы правильно им пользоваться, нужно следовать инструкции, а не как-то самостоятельно выдумывать правила, как использовать это. Тогда оно будет действовать правильным образом, и вот эти возможности, заложенные в, этой, в этом теле, в человеческом теле, будут полноценно использованы. В частности, не будет отвлекаться сознание от возможности э, стать также и на духовный путь. Таким образом, дхарма, выполнение предписанной обязанности, не предназначен для артхи, хотя она автоматически придет, но мы в своем сознании дхарму не ставим как средство достижения артхи, то есть она придет, но не для нас, по сути дела, придет. Но если вдруг она придет, она обязательно придет. Но ну, раз пришло, ну уж грех не взять, да? Нет, <coughs> артха не предназначен для камы. Тут же говорит об этом. Дармася, сейчас мы прочитаем этот трудновыговариваемый стих. Нартася дхармайкантася Каму лабха и Но э, артху не следует использовать для камы. Она не для этого предназначена. Даже если она пришла, вот, и ты не стремился, но она пришла, вот она теперь у тебя в руках, это артха, которая это материальное благо. Ты не должен использовать ее для собственного чувственного наслаждения. Это тоже очень сильный соблазн. Живое что который, цель которого наслаждать наслаждаться материально, наслаждать свои чувства. Вот если избегать это, вот мне это пришло, что с этим делать? Яд хороший, я дашь наси, да дадаси, яд яд тапаси си каунты я тат мадарпанам. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни отдавал, какие бы а, подношения ни делал, а, сделай это сын кунти как подношение мне. Вот. То есть только в этом случае вот эта артха, если ее используют для служения Кришны, она не станет мне вредить. Как только я начинаю с точки зрения камы вовлекать это опять на свой счет, тут же я оказываюсь запутанными в сетях материальной деятельности и кармы. Поэтому вот этот стих является очень важным для понимания и особенно преданным. Потому что самое первое, что они учатся, это есть деятельность, которая следует избегать, а есть деятельность, которая рекомендована. И это все приходит в разряд дхармы, рекомендованная деятельность, которая будет облагораживать мое существование и очищать. Вот. И очень важно, если преданный благодаря силе своего трансцендентного знания, благодаря изучению такового правильного общения, будет придерживаться вот этой главной цели. Моя цель это вернуться домой назад к Богу, а не пытаться здесь устроиться, потому что видите, побочными результатами карм, даже Бхакти является то, что Кришна без, без труда, если потребуется, может дать и богатство и наслаждение чувств, и даже освобождение. Но даже ни то, ни другое, ни третье не являются целью. Потому что все, что у меня есть, правильное сознание у преданного, он э, использует для Господа. И даже если что-то в результате пришло, все равно это э, принадлежит Господу. Вот. То есть, например, фермер у него есть рабочие. Фермер выдает рабочим какое-то зерно. Они трудятся, сажают это зерно, оно вырастает, они думают, ну, зерно-то я посадил. Благодаря моему труду оно выросло. Значит, я соберу урожай себе. Это будет преступлением. Ему дали зерно, ему э, попросили посадить, и то, что выросло, принадлежит фермеру полностью до единого зернышка, а этому рабочему выплачивают зарплату. Поддержание, там, содержание и так далее. Именно на этих условиях он у него трудится. А не в том, что вот, и раз я вырастил, значит, мне теперь это принадлежит. Так не получится. Вот. И вот такое сознание является очень оскорняющим, даже в рядах преданных, особенно. Вот. Именно поэтому они становятся жертвами а, таких вот а, а, течений, увлечений, всяких семинарчиков, которые просто уводят их в сторону. И по сути дела они подставляют себя снова материализму. Они, по сути дела, садятся, становятся жертвами той же самой болезни, которую они, во-первых, которую они пытаются излечиться сейчас, и которой они больны уже с незапамятных времен. Вот эта тяга наслаждаться самим. И только лишь соблюдая эту формулу, если мне дана какая-то деятельность, мне предписали выполнять какую-то деятельность, я должен ее заниматься для того, как средство, чтобы очиститься и быть достойным обрести аповаргу. Аповаргу, то есть конечное освобождение, уйти домой назад Богу. Выполнение дхармы предназначено для того, чтобы вернуться домой назад Богу. Особенно в рамках преданного служения. Но не для того, чтобы э, я вот выполнял преданное служение, я занимаю теперь какое-то положение. У меня есть доступ к казне храма, у меня есть доступ, э, что поскольку я такой старший, у меня теперь больше людей будут слушать, и больше пожертвований придет, и так далее. Сразу можно это переложить на, такую, на такое направление. Нет. Вообще, чем дольше человек в преданном служении ожидается, тем дольше он больше и лучше очистился от таких вот осквернений. Соответственно, его меньше будет заметно, ожидается, по крайней мере, в нашем сознании, что он будет иметь такую тягу порочную. Вот. Если вдруг у него проявляется это, это означает, что он еще толком не очистился. Это вот те сорняки, которые проявляются в сознании к сожалению, поскольку брызги вот этой живительной влаги, которые предназначены для того, чтобы поливать бактилата биджу, вместе с этим поливают пуджу, лапху, пратиштху, то есть желание, чтобы меня почитали пуджа Лапха обязательно какая-то материальная выгода, чтобы с этого было вот, от моего долгого пребывания в сознанием Кришны, либо пратишта, чтобы мое положение в обществе людей, в обществе преданных было прочным. Поэтому вот это является важным аспектом. Это в самом начале шримад там объясняется, в каком направлении будет излагаться наука сознания Кришны в страницах шримад там и в каком направлении ее нужно практиковать. То есть, выполняя свою предписанную обязанность, быть готовым делать это просто так не беря от этого какие-то текущие плоды, и уж тем более не мечтая, взяв эти плоды, использовать для своего наслаждения. А просто это позволяет мне заработать квалификацию, чтобы выбраться из этого темного, грязного, скверняющего места, называемого материальный мир, который вообще не родной мне. Вот выполнением всей этой деятельности Которые я делаю предназначен для, для возвышения, для приближения к этой дверце, которая выпустит меня отсюда. Харе Кришна. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии? Хари Кришна, да, есть вопросы. Давайте. Много вопросов. Ага. А, на, вопрос на... первый. Рекомендация. Не стремиться к... Адхи и ткани, а стремиться к Мокше, она для кого? Для преданного, который следует заветам Шимад Бхагавата. Чистый преданный хочет Мокше? Чистый преданный хочет просто служить Кришне, независимо от положения. На райнах парасарве, на бипхети, сварга, апаварга, наракеш ракеш, То есть тот, кто является на пара, для кого только Кришна самая главная цель, на на бипхете они ничего не боятся ничего не страшатся и поэтому не не ерзают, выбирая лучшее положение избегая какого-то другого они могут оказаться на сварге варге они могут достичь освобождения или нарака оказаться в адских условиях апитутулирт даршина они одинаково ко всему этому относятся поэтому для чистого преданного это вообще даже речь не стоит у него это автоматически получается делать правильным образом, согласно этому стиху. Ну, то есть, это рекомендация не для чистых преданных достичь мокши. Чистые преданные, уже чистые преданные, не поднялись над мокшей. Мокшее освобождение – это освобождение от влияния на материальной природы, это уровень Брамабуты. А с уровня Брамабуты уже и начинается настоящее преданное служение. То есть они еще даже выше находятся, чистые преданные. И их не привлечешь ничем материальным. Соответственно, все вот эти соображения, от чего я чистюсь, от чего нет, вот это пойдет на меня грех, не пойдет, они не с этой точки зрения рассуждают, потому что они не ставят себя в центр. «Ой, меня случайно коснули стоп», «Ой, я принял на себя его карму», «Ой, за мной кто-то доел», «Ой, теперь я и здесь и... И карму». И тут такая глупость в башках этих неофитов болтается, причем везде. Вот. Потому что они преданные еще начинающие. Вот. Они рассуждают с точки зрения, какая мне будет выгода. Но по мере практики настоящей преданного служения и очищающего всего этого преданного, в конце концов интересует, а будет ли доволен Кришна, как вот в случае с Гопи, да? когда на Радамуне не ходил, просил а, пыль с лотосных стоп, который излечит головную боль. И гопи без «Да бери сколько хочешь, главное, чтобы Кришна был доволен. А вы знаете, что вы отпадете? Да вообще не важно, главное, чтобы Кришна был доволен. Вот это то настроение, к которому нам следует приближаться все больше и больше, причем естественно и спонтанно. Не то, что «Ой, я так скажу, и на меня он посмотрит, как на гопи». Дай-ка я так произнесу, так картинно, как сказать, драматично, чтобы произвести впечатление на людей. Нет, это спонтанный порыв сердца даже никто меня не видит. И вот, если бы вдруг я был на таком уровне, то даже если никто не видит, то все равно это было бы естественный позыв сердца. Вот. Но если стоит вопрос, вот, что я получу, что я не получу, это означает еще вот есть такое оскорбление. Это означает, что здесь нужно э, действовать из чувства долга, с осознанным усилием воли, э, получив какой-то результат, подумать как я этот результат могу задействовать в сознании Кришны, чтобы это а, было настоящим способом, инструментом моего освобождения. Конечно, может как бы сделать так, чтобы и волки целы, а, волки с этой овцы целы, да, чтобы я от этого что-то поимел. Но а, это тогда противоречит принципу юктовой раги. Это уже не юктовая раги. Потому что одним из главных аспектов, описывается вот этот, дается определение юктовой раги, а на сактасе что вот этого асакти к вишая, то есть спонтанного увлечения к наслаждению чувств не должно быть. Если оно есть, это уже невозможно назвать юктовой раги. То есть это просто у меня появилось, и я думаю, как это занять для Кришны, как ему нравится. и чтобы я тоже, как сказать, в выгоде был тоже. Если такое есть, это уже оскорнено. Ну, это то, что, что мы имеем, но надо понимать, от этого нужно избавляться и ни в коем случае такое сознание не укоренять и не культивировать. Поэтому это является общим наставлением. Но чистые преданные естественным образом свободны даже от необходимости так рассуждать. Они автоматически думают о том, чтобы только Кришна был доволен и полностью обладает верой в том, что Кришна обо мне позаботится. Шрада, Шабда, Вишвасака, Судри Дханишчая, Кришна Бхакти Сарва Карма Критаха. Шрада вера, это твердая убежденность, что мне достаточно заниматься Кришна Бхахтикайла, Сарва Карма Критаха. То все остальные виды кармы, предписанных деятельностей и прочих усилий, которые мне следовало бы совершить, они будут выполнены автоматически. Я не, не будет висеть тяжким временем, недоделанного что-то у меня на шее. Мне достаточно быть только преданным. Вот это называется твердой вера. И преданный прекрасно понимает, он видит, как Кришна о нем заботится. Поэтому он, у него в Явасаятмика Будхих Экеха Курунандана, у него однонаправленное сознание, только на Кришну, только на корень дерева. Баху Шаках Янантащабут Хайов Явасаянам. Но многоветвист разум тех, кто нерешительный. Нерешительность возникает из того, что да, Кришна, но еще же вот это и вот это нам нужно сделать. Еще же, так сказать, счастливой семейной жизни обязательно нужно в семинарчик сходить. Или там вот еще подзаработать бизнес для вайшнавов. Деньги – сила, как гласит э, один плакатик, который недавно появился. Вот. Да? То есть, ну, когда, если многоветвист, то человек становится нерешительным, потому что вся эта энергия у него рассеивается. Так бы она сузилась, как в уличительном стекле под линзой сон, и тогда бы имела колоссальную энергию. А так Баху Шаку, мне не только Кришна важен, мне еще вот это и вот это важно. Соответственно, свою энергию мне распыляется, и в итоге в преданном служении я не достигаю серьезных успехов. Все потому, потому что Бхога и Швари Прасактанам Тая Пахрита Саятмика Будхи Самадхау Навидхиате. Если человек а, имеет такую сильную тягу к Бхоге и Айшваре, чувственное наслаждение, даже оказ... оставаясь в преданном служении. Он преданный, но его очень обязательно движущая сила является Бхога, наслаждение, и Айшваре, материальное богатство, или то, при помощи чего я могу контролировать, при помощи денег чаще всего или каких-то вот возможностей. И тай пахрита сам и чье сознание сбито с толку этим. То в Евасаятмика Будхи, вот это целено сознание на Кришну и самадхи, погружение в это, самадхау на витхи это не имеет места, не происходит. То есть одно вытесняет другое. Если моя цель ⁇ сильная привязанность к Боге Айшвари, у меня не получится быть хорошим преданным. Мне могут дать какое-то имя, я могу, соответственно, прическу себе сделать и научиться что-то на лбу рисовать и так далее. Но внутри содержания будет не соответствовать вот этой внешней кажущести. Понимаете? Поэтому очень важно понимать, что подразумевается что я должен делать, какое сознание развивать. И вот этот сегодняшний стих помогает, лишний раз напоминает, что э, выполнение вот этой деятельности, как ее нужно выполнять и чего нужно обязательно избегать, чтобы я по-настоящему пришел к нужному успеху. В противном случае я так и буду э, преданным лишь по названию. Но по факту, по содержанию, буду быть материалистом. И как результат, закон этой природы не на табличку смотрит, да, как в том анекдоте. Ой, там сказать, Мойша, ты знаешь, что сегодня евреев буду бить? А, а, так я по паспорту лоуский. Вот, так бить-то будут, не по паспорту. Поэтому даром, что у нас есть какое-то обозначение, что ты преданный. Но материальная природа бить будет не по паспорту она будет смотреть по содержанию, что у нас есть, и, соответственно, есть такие вот дыры и дисквалификация, то, соответственно, будем продолжать торчать в материальном мире и испытывать вот эти же страдания, которые испытывают другие живые существа. Поэтому именно с сознанием нужно разбираться. Поэтому у нас общество ⁇ сознание Кришны ⁇ а не общество чего-то там делания внешнего. Мы работаем с сознанием и еще даже глубже с желаниями. Вот это то, что внешне кто-то, может быть, и не увидит, а только я знаю. Ну и Кришна рядом, находящаяся в сердце. И вот прорабатывание желаний, чтобы эти желания были направлены на искреннее удовлетворение Кришны. Вот, вот такая великая наука нам была дадена Пады Господа Мечтании. Вот. Так что это очень серьезный момент, который нам следует вспоминать снова и снова. Пока я прочитаю еще один вопрос, и потом, если вдруг у вас осталось. Могут ли преданные, не достигшие совершенства, быть полностью свободы, свободны от... Сейчас, секундочку. Почему-то пропало. онлайн что-то мне с компьютером прошу прощения сейчас я <клес> <клес> Подвисло. А, могут ли преданные, не достигшие совершенства, быть полностью свободны от материальной выгоды? Нет, не могут. Не могут, потому что достижение совершенства подразумевает уже прохождение вот этих стадий материальной привязанности и так далее. Иначе это просто несовершенство. Это может быть как-то вот, знаете... С легкой руки назвать какую-нибудь забегаловку э, таким русским словом ресторан. Вот. Но это не ресторан, это забегаловка. Прямым текстом. Точно так же, если достиг совершенства, но при этом имеет материальную выгоду, то он не достиг совершенства. Достижение совершенства подразумевает избавление от вот этого осквернения. То есть одно, по сути дела, не контачит с другим, противоречит. преданные благодарят. Хари Если у вас еще какие-то вопросы? Есть. Давайте. Мокша – это все-таки это эгоистическое желание, то есть это я вот хочу для себя освобождение. То есть как Мокша может быть направлен на Кришну? Желание Мокши. Ну, желание Мокши, правильное направление Мокши – это очиститься, чтобы, так сказать, мне опрятным и чистым служить царю, которого я очень люблю. Вот. А другой вид мокши, я, как сказать, быть опрятым и чистым, чтобы самолюбоваться, какой опрятный и чистый. И царь там пусть что хочет делать, да мне даже не интересно, что он есть вообще где-то. Это такое примерно настроение, если вот так вот очень грубо описать, испытывают имперсоналисты. Им, им неинтересно принять прибежище у Господа. И как результат они снова падают назад в материальный мир. Об этом говорится в 10-й песне Шимон <клес> Арухе кричена, параметам татат, патанти адгона дрита юшман анграяга. Я не равиндакша, вимуктаманина, ствяста бхава тавишудга будга яга. Арухе кричена, параметам татага, патанти адгона дрита юшман анграяга. Господь Брама говорит, что, мой дорогой Господь, те а, личности, которые воображают себя освобожденными, манина манина, я считаю, что я освобожден буквально. Манина от слова манас – размышления. Вот. Они э, думают, что они освобождены, но в действительности, поскольку они не принимают прибежище у твоих лотосных стоп, и пусть даже они от цены огромных усилий, а рух я кричали, но, значит, так тяжело им это далось, чтобы выкарабкаться из этого материального мира благодаря аскезам, лишениям, отказу от чего-то там, что-то чего терпения каких-то вот Топасий там и так далее. Цена огромных вообще лишений и боли буквально. А рух и кричина, падам, парам падам тата, они достигают парам падам а, духовного царства, достигают вот этого имперсонального а, брамаджиоти. А, патанти, они снова падают. Надрита юшма Почему? Потому что не принимают прибежище у твоих лотосных стоп. Поэтому их освобождение, строго говоря, как освобождение нельзя рассматривать, потому что они снова падают. То, что не вечное, это нельзя назвать это как мираж. То есть он появился, на данный момент кажется как какой-то оазис, но в итоге пропал. Поэтому это в принципе не настоящее. Поэтому да, они поднялись там, но в итоге все равно падают, и, по сути дела, это не освобождение. Потому что они делают это для себя. Для себя. Не для того, чтобы вот Кришна, прими меня, пожалуйста, смотри, я очистился. Я, мне кажется, я могу теперь служить тебе. Прими меня, пожалуйста. Вот. Это делается для Кришны освобождения. Избавиться от всей грязи, чтобы, ну, не опечалить Кришну вот этой грязью в его присутствии. Ради этого делается. А для, для того, чтобы вот мне самому, знаете, вот как... Есть женщины, которые родить ребенка для себя. Да, для себя. Ну, что значит для себя? Ну, ребенок вырастет, он точно таким же для себя будет. Ты останешься одна. Вот. А если это делать из выполнения чувства долга, помочь вот этому живому существу а, выбраться из материального мира? А, пи, а, как этот стих? Гурорна сасят, гурор сваджанина сасят, питурна сасят. Вот этот стих, что нельзя а, принимать на себя обязанности а, гуру, а, управляющего божества, полубога, а, матери, отца, мужа если человек не готов а, помочь этому подопечному а, выбраться из материального существования, больше не рождаться. То есть, если вот, а, мы хотим зачать детей для того, чтобы помочь этим живым существам с нашей помощью, с нашими усилиями вернуться домой назад Богу это достойно а если для себя ну значит по сути дела вот как э, так, я забыл как это по-русски называется ж, э, э, сестра жены как это по-русскому обычно называется ладно в общем там все эти знаете всякие заловки девери там и так далее целая система есть ну, в общем э, сестра жены она просила бы, вот мою дочь она просила мою жену, как свою сестру Чтобы нашу дочь, тогда еще маленькую Сейчас ей 14 лет Она вот недавно получила инициацию Шила Эндра, с вами Но вот когда она еще была маленькая Она буквально ее просила Потом мне пересказала жена, что отдай ее мне Пока она маленькая Я с ней вот поживу, по, так сказать Ну, по сути дела, по, поиграюсь Дети, когда маленькие, они такие Миленькие, хорошенькие И так далее, а потом я тебе верну вот прямо неприкрыто так вот сказала. Вот. То есть это вот называется для себя. И вот в подобном же настроении человек получает, когда мокшу, для себя. То это вот это желание для себя и оскверняет его, и вынуждает держаться здесь в материальном мире. Формально он даже это сделал, но это сделал не для Кришны. Поэтому подпрыгнув оторвавшись от материального мира, не уцепился за лотосные стопы Господа, поэтому и опять прилетел назад. И вот он для себя очистился, побыл там и опять занимается вот этой материальной деятельностью. Как Шилпада говорит, вот эти а, майвади, они открывают школы, кормят, кормят бедных там и так далее. То есть они отказались от мирской жизни и к ней же возвращаются опять. Вот. Своя чиница, мне подсказывает. Да, спасибо. Еще какие-то вопросы? Да, но если время позволяет. Ну, как преданные скажут. Давайте попробуем. Или потом, да, вне рамок. Ну, вопрос. Да, по поводу выполнения подписанных обязанностей. Вот как с этим быть, что... Сейчас, здесь, сейчас, э -э я далеко не к шатре, далеко не Браман, далеко не Вайши, далеко не Шудра. И даже рядом там не стоял. И в лучшем случае речь я э -э Какие тогда я могу выполнять свои обязанности, если, ну, вот какая-то ситуация там, за, за пределами храма, за пределами квартиры, и я чувствую, что что-то не то нужно в мое вмешательство. Вот как, бы, как понять-то, я могу сейчас в данный момент действовать или не могу. Но я приведу конкретный пример. Вот еду я по дороге и вижу на остановке э, друг друга толкают мужчины и женщины. Ну, видно, что они не, явно далеко не в благости. Mm. Вот, и, видимо. Mm -hmm. а, и вот как бы я понимаю, что так быть не должно, что он сейчас ее может толкнуть, она упадет это вообще травмируется. Вот. Но остальным, стоящим на остановке, им все равно, а я-то как бы... Я их не знаю, вижу первый раз. И вот что делать-то мне. Ну, все начинается. Ну, это комплексный очень вопрос, потому что туда входят сразу многие обстоятельства, и, соответственно, ожидаемый от нас долг долг порядочного гражданина, который не должен пройти мимо. При этом должен я молча пройти или нет, потому что. Ну, Предположим, мне этот подобный вопрос в контексте а, вот этого известного стиха 10.44.10, 10, где говорится, что тот человек, который а, безмолвно смотрит, как происходит беззаконие и не возвышает своего голоса против этого а, и, и не уходит как минимум с этого места, если уж ничего не может сделать, да, а остается в этом месте – то он разделит последствия вот этого греха и также будет страдать это вот женщины которые наблюдали как Кришна и Баларама юных юношей поставили против могучих чануры и муштики сражаться и женщины зароптали таким образом ну вот женщины по природе действуют как мать и они сразу переживают за, за слабых они пытаются защитить по матерински и я ответил, что если там беззаконие происходит, то есть, предположим, четверо напали на одного это несправедливо. Здесь ну, что-то нужно сделать. Если ты сам не каратист, ну, по крайней мере, вызови полицию или что-то сделай, потому что это беззаконие. Но если два, два пьяницы примерно равной весовой категории <laughs> и равными примерными возможностями согласно равного опьянения. Они там толкаются что-то. Но тут нет беззакония. Тут здесь, как сказать, одинаковая категории, категория, пусть все и сами разбираются. Это не мой долг ввязываться в это. Только если объективное такое с точки зрения того, что действительно происходит что-то несправедливое. И тут нужно просто подумать, смогу ли я сам это сделать, по крайней мере, сказать, напомнить или, по крайней мере, привлечь того, кто действительно мог бы с этим разобраться. Ну, тут нужно оценивать внимательно ситуацию, понимаете? Но просто на ум, по умолчанию ко всему относиться безучастно – это не совсем правильно. Вот. Ну, человек, допустим, выбежал на дорогу, где ребенок. Мирской человек бросился бы, а я думаю, а я преданный, я не буду это делать, а что? Чем чуть не попытаться выдернуть этого ребенка с проезжей части. Вот. То есть преданный не теряет вот этих хороших качеств, но просто он знает, как их правильно применять. И в таких объективных опасных ситуациях он поступит правильно. Он поможет, он протягивает руку помощи. Грехастые даже можно давать пожертвования бедным. Не то, что вот они используют там для чего-то нет, но ну, можно, допустим, дать э, Кришна просад, и это спасет их от голода, и заодно э, попутно они духовно будут продвигаться. Деньги, может, и не надо давать, но сам факт милосердия, да, нам пожертвование преданные отказываются, ну и так далее. То есть э, преданный он становится скорее идеальным примером того, как выполнять мирские обязанности, но при этом он не не выполняет их так, чтобы это стало самоцелью, и он недвижим результатом. Вот, мы будем кормить бомжей, и на нас будет правительство хорошо смотреть, и нам бесплатно выделят то-то и то-то, и нам не придется платить арендную плату. Давайте это обязательно будем делать. Вот. Я знаю кучу мест, где именно таким образом преданные получили какие-то помещения где они пытаются там еще свои программы проводить под эгидой того, что им вроде как там же обязательно нужно и бомжей кормить. Вот, но это можно долго объяснять, но суть в том, что преданный выполняет свои предписанные обязанности правильным образом, в знании находясь. Он не перегибает палку в сторону того, чтобы обязательно получать из этого личные блага, материальные блага, но э при этом он демонстрирует самый лучший пример вот этой ожидаемой материальной квалификации. И это все основано на знании, он действует в знании. Он знает, что является кармой, что ви кармой, что а кармой. И поэтому, правильно оценивая ситуацию, он способен принять правильное решение. А здесь можно сказать, не нужно обижать младшего. А здесь я сам ничего не смогу, я вызову полицию. А здесь да они сами разберутся. Он все это начинает прекрасно видеть. Тем более, если он на уровне Мады Мадыкари. мы мады уже понимает разные категории людей и их соответствующую квалификацию. Поэтому знает, как поступать с каждым. То есть это все приходит. И приходит в первую очередь, потому что Кришна подсказывает сатата таюктанам ваджатам, притипурвакам, дадами будхи-йогам там, ена паянти ты То есть Кришны сердце в конечном итоге может подсказывать, благодаря тому, что преданный искренне служит Кришне. Поэтому вот эти вопросы, а как? Если что-то происходит на регулярной основе, но мы так и не можем понять, вообще все вопросы категории ⁇ как ⁇ относятся к реализованному пониманию. Как применить? ⁇ теорию, которую мы вроде слышим, но не умеем ее применять. Так вот, для того, чтобы получить реализованное знание, умение применять теорию, для этого нужно обратиться к духовному учителю. И в этой связи эту мысль подтверждает стих из Мундаку Панишат, который звучит «Тадвигья сагурум сагурум эва самит паних шротриям брама Ради вегианы, ради реализованного понимания, умения применять полученную теорию духовного знания, я получил, но я запутался, вот это мне применять или вот это сейчас, что уместно-то, я не понимаю. Поэтому нужно принять духовного учителя. Именно это и сделал Арджуна. Вот, он не мог разобраться, мне нужно жалеть родственников или сражаться. И то, и другое ожидается от меня. Как от человека пожалеть, не хочу вдов плодить, чтобы они незащищенные были, и чтобы варна санкара от этого увеличилась. Это плохо. Но, с другой стороны, мой долг сражаться. Что, Как поступить? Поэтому Кришна Арджуна вручает себя Кришне. Он принимает его как духовного учителя. Это такое предписание. Поэтому, в конце концов, если мы видим, что вот мы не можем разбираться в какой-то стандартной ситуации, нужно обратиться к духовному учителю. И он с позиции своей квалификации подскажет, вот в этой ситуации, согласно твоей квалификации, нужно применить вот этот э, метод и процитирует какой именно. Закончим? Или еще mm -hmm. есть вопросы? Давайте Только... потом. Хорошо, Я давайте. Тогда давайте на сегодня закончим. Спасибо большое, гранд Тамки и Чая. शौर पद की जय स मय की जय नितोर प्रेम नंदे हरि